Гороскоп на 4 декабря 2023 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! В понедельник у Овна есть шанс добиться больших успехов, но действовать для этого нужно решительно и быстро. Ошибкой будет ждать помощи и советов. Рассчитывайте на собственные силы. У вас их достаточно, чтобы справиться даже с самой серьезной проблемой. Возможными становятся значительные перемены к лучшему в профессиональной сфере. Нужно проявить инициативу, показать, на что вы способны. С близкими людьми легко найти общий язык, не возникает поводов для разногласий и споров. Порадует общение с друзьями, они поделятся хорошими новостями или сделают интересные предложения. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Овнов сегодня ожидает полное изменение всех планов и намерений, благодаря поступку, совершенному партнером или ребенком. Впрочем, отойдя от первого шока, вы поймете, что эта ситуация в конечном итоге может обернуться вам на пользу. Запланированная поездка доставит Овнам немало положительных эмоций. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Сегодня у Овна будет чрезвычайная тяга к знаниям. Это даже к лучшему, ведь на новой работе требуется не только образование, но и повышение квалификации. В семейной жизни Овна ожидается приятное событие. Скоро у вас появится малыш. Если сегодня вы получите премию за прошлую работу, то не стоит тратить все деньги на дорогие покупки. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день благоприятен для людей, занимающихся медитативными и другими нетрадиционными практиками. Может обостриться интуиция, и будут приходить решения затяжных проблем. Если же в этом нет особой необходимости, то можно временно отойти от дел, взять отпуск или уединиться на своем дачном участке, где в спокойной обстановке, на лоне всегда умиротворяющей природы, философски отстраненно обдумать все проблемы. Личный гороскоп. На работе сегодня вероятны конфликты с начальством или мелкие стычки с сослуживцами. Все свои планы и намерения нужно держать при себе, иначе они будут перечеркнуты. Дела, которыми вы будете вынуждены заниматься, окажутся малоинтересными, однако новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам свежие идеи и откроют глаза на иные возможности. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь аварий, травм на работе. В понедельник, тельцы, будьте внимательны, старайтесь не допускать даже незначительных ошибок. Особенно это важно в первой половине дня. От решений, которые вы примете в это время, будет зависеть многое. Старайтесь сохранить хорошие отношения с деловыми партнерами. Даже небольшой конфликт может стать преградой для дальнейшего сотрудничества. Вторая половина дня сложится удачнее и порадует многих тельцов. Это подходящее время для дружеских встреч, а также для романтических свиданий. Людей, которые вам нравятся, вы часто понимаете с полуслова. Любовный гороскоп на сегодня для тельцов. Если тельцы в этот день смогут твердо следовать своему курсу и соблюдать свои принципы, невзирая на окружающую обстановку, то день сложится для них на редкость удачно. Сегодня не стоит излишне доверять новым знакомым и деловым партнерам, а также проводить важные переговоры и встречи. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Гороскоп советует тельцу больше отдыхать, иначе вы основательно подорвете свое здоровье. Переживания возможны из-за пожилого родственника, который заболел. Возможно, поездка в другой город, связанная с учебой детей. Финансовая ситуация решится в пользу тельца, если ему во время придет поддержка от состоятельного и известного в городе человека. Гороскоп «Дом» на сегодня. Скорее всего, вам поступит одно или даже несколько выгодных деловых предложений. Поэтому даже в выходные дни мысли о работе не оставят вас. Идеи, которые придут в голову сейчас, способны принести приличную прибыль уже в ближайшем будущем. Не спешите с ответом, сначала убедитесь, что условия действительно такие выгодные, как это преподносят. Личный гороскоп. День несет негативные тенденции. Вероятны проблемы из-за потакания собственным слабостям. В плане карьеры или финансовой выгоды позитивных результатов ожидать не приходится. Остерегайтесь происков недоброжелателей. Больше доверяйте интуиции. Нельзя употреблять спиртные напитки, мясные продукты.
кожные заболевания или раны – дурной знак. В понедельник, близнецы, можно добиться заметных успехов в работе. Ваши решения оригинальны и не всегда понятны окружающим, но именно творческий подход позволяет справиться с проблемами, которые оказались не по силам другим. Возможны плодотворные деловые переговоры, предложения о сотрудничестве. Если в этот день вы примете решение о смене работы, то вряд ли пожалеете об этом. Будет шанс сделать удачные покупки или вложить деньги в дело, которое принесет прибыль. Вечер порадует приятными известиями от старых знакомых. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. В любом сотрудничестве близнецам сегодня придется взять на себя главенствующую роль, так как только ваша ответственность поможет избежать возможных неприятностей. Старайтесь не заключать сегодня важные контракты и крупные сделки, а переговоры отложить на вечер. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака близнецы. Сегодня близнецам нужно внимательно отнестись к работе, иначе начальство лишит вас премии и вынесет выговор. Вечер идеально подходит для встречи с друзьями и отдыху в кафе. Главное, чтобы близнецы не злоупотребляли алкоголем. Ведь на следующий день вам отправляться в дальнюю командировку. Гороскоп «Дом» на сегодня. Это день выбора. Вторая половина дня прояснит цели и задачи, и вы можете торопить события. Если дорожите отношениями с любимым, проявите выдержку, прислушайтесь к добрым советам, но решение принимайте сами. Скоро все встанет на свои места. Личный гороскоп. Благоприятный день. Жизненный потенциал, умение убеждать окружающих, личное обаяние на высоте, однако к коммерческим операциям следует относиться с осмотрительностью. Вероятно, недоразумение или разногласия с партнерами. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. Постарайтесь закончить все дела ко второй половине дня, потому что не исключено, что вам придется решать домашние и личные проблемы, которые отодвинут на второй план дела и бизнес. Понедельник раку не стоит принимать близко к сердцу трудности, которые может принести этот день. Возникающие проблемы не так значительны, как кажется на первый взгляд, и вы наверняка с ними справитесь. Будет шанс получить очень полезный опыт и познакомиться с людьми, поддержка которых позже позволит добиться успеха. Если вы планируете отправиться на важные встречи, возможно, интересные поездки, некоторые раки побывают в местах, о которых давно мечтали. Дорога не покажется утомительной, даже если займет больше времени, чем вы ожидали. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Раки сегодня будут подсознательно склонны к бурным протестам, спонтанным решениям и авантюрам. Вам будет казаться, что вас хотят заключить в слишком тесные и неудобные рамки, а потому вы будете требовать свободы во всем, что касается вашей жизни. Не стоит обострять отношения и вступать в конфронтацию с окружающими. На самом деле на вашу индивидуальность никто не посягает. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Если Рак будет непреклонен и терпелив, то сможет многого добиться в жизни. Кстати, если вы решили очаровать избранника своими мнимыми обещаниями, то это напрасная затея. Следите за словами и действиями, чтобы не оказаться в нелепой ситуации. Гороскоп обещает раку неожиданный выигрыш и поступление денег на счет с бывшего места работы. Гороскоп «Дом» на сегодня. События этого дня помогут прояснить прошлое. Раки могут увидеть своих близких в другом свете. Не исключено, что возлюбленная захочет раскрыть вам какой-то секрет из своей прошлой жизни. Второй половинке необходима нежность и внимание с вашей стороны. Личный гороскоп. Этот день может пройти под знаком интуитивной работы, подтверждаемой верными, выверенными действиями. Постепенно будет возрастать уверенность в собственных силах и надежда на удачное завершение начатых дел. Звезды предлагают вам именно сегодня начинать серьезные деловые переговоры. Они должны быть весьма успешными. Вам, возможно, посчастливится также подписать важный договор и отправиться в непродолжительную поездку в интересах бизнеса. Понедельник, львы, наберитесь терпения. События сегодня развиваются не так быстро, как вам хотелось бы, и умение ждать очень важно. Могут возникнуть преграды на пути к какой-то важной для вас цели. Потребуется фантазия и изобретательность, чтобы преодолеть их. Не исключены знакомства, которые поначалу будут приятными, а чуть позже окажутся еще и полезными.
вы нравитесь людям и умело пользуетесь этим. Проблем в личных отношениях удастся избежать, если вы прислушаетесь к мнению близких людей. Обратите внимание на их желания и ожидания. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Львам в этот день категорически не рекомендуется посещение таких заведений, как поликлиники и больницы. С осторожностью относитесь к любым непроверенным лекарствам, незнакомым врачам и процедурам, так как сегодня велик риск пострадать от неквалифицированных действий медперсонала. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Лев. Льву с раннего утра предстоит заниматься домашними делами, поэтому времени на работу и общение с друзьями не останется. С любовью постарайтесь относиться к тому, чем занимаетесь. Даже мелкая работа может принести Льву сегодня моральное удовлетворение. В любви повезет однозначно, если возьмете инициативу в свои руки. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день благоприятен для обустройства быта, строительства. Львы будут способны при минимальных затратах изменить привычный интерьер своего жилища. Старайтесь не давать денег даже старым друзьям, а сами верните долги, чтобы чувствовать себя свободными. Проявите гибкость. Старайтесь приспособиться к ситуации, а не изменить ее в соответствии с вашими ожиданиями. Личный гороскоп. Возможно, ваш авторитет сегодня заметно укрепится, что создаст стартовую площадку для положительных изменений в служебном или общественном положении. Вероятно, новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам свежие идеи и откроют новые перспективы. Не исключены проблемы со здоровьем. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь аварий, травм на работе, исключите рискованные игры с крупными домашними животными, работу с острыми режущими инструментами. Понедельник Деве – день обещает большие успехи, причем даже в сферах, где вы совершенно его не ожидали. При этом речь не идет о случайных победах. Вы получаете то, что заслужили. Не исключены заманчивые деловые предложения, стремительный карьерный рост. У самых целеустремленных дев будет шанс значительно увеличить доходы. Благоприятный день для учебы и творчества. Не исключено, что вы обнаружите у себя таланты, о которых прежде не догадывались, и поймете, как извлечь из них пользу. Вечер подходит для романтических свиданий. Любовный гороскоп на сегодня для дев. Девам не стоит сегодня с восторгом воспринимать все интересные планы, перспективы и проекты, которые им предложит лучший друг или старый коллега. Лучше проявить осторожность и продумать все несколько раз, так как поспешные решения и действия чреваты серьезными проблемами. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Гороскоп предсказывает Деве приятную встречу с человеком, от которого зависит многое в вашей жизни. Если научитесь искренне благодарить тех, кто вам помогает, то судьба одарит по заслугам. В материальных проблемах не стоит обвинять близких людей, а лучше самим включить режим экономии. Вечером к Деве нагрянут гости издалека. Гороскоп «Дом» на сегодня. Многие люди, родившиеся под знаком Девы, особенно женщины, будут восхищаться надежным супругом, хотя они совсем разные, отношения у них бывают хорошими. Вы можете создать счастливую семью, но для этого вам придется быть более гибким. Личный гороскоп. Первая половина дня несет позитивные тенденции, однако свои планы и намерения нужно держать при себе, иначе во второй половине дня они будут перечеркнуты. Суетливость, легкомыслие или невыполненные обязательства могут создать множество проблем в будущем. Остерегайтесь травмы из-за беспечности. Нельзя употреблять спиртные напитки, мясные продукты. Понедельник для весов – непростой день, но все же позволяющий добиться успехов. Все дело в настойчивости. Если у вас ее достаточно, то удастся преодолеть все преграды, быстро решить возникающие проблемы. Наблюдательность и интуиция помогут найти общий язык с деловыми партнерами. Будет шанс договориться о сотрудничестве, принять участие в работе над каким-то интересным проектом. Дел будет много, но у вас останется время и для отдыха, и для приятного общения. Многие весы смогут повидаться с теми, кто для них важен, обсудить серьезные вопросы и положить конец разногласиям. Любовный гороскоп на сегодня для весов. В финансовом плане положение весов сегодня будет напоминать настоящие качели. То у вас в кошельке огромная, на ваш взгляд, сумма,
а то денег остается только на один проезд в такси. Постарайтесь более рационально подойти к расходованию своих денег, а также не пожалейте сил и времени и поищите дополнительный источник заработка. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Сегодня Весам придется взять на себя весь груз, как домашних хлопот, так и заботу о пожилых родственниках. Коммерческие вопросы старайтесь решать с теми, кто компетентен в вопросах бизнеса. Если Весы нацелены на карьерный рост, то не стоит даже друзьям распространяться о своих планах на будущее. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вы излишне мнительны и болезненны, ощущается неустойчивость эмоциональной сферы, возрастание нервозности и беспокойства, поэтому повседневные дела вызывают раздражительность и подавленность. Предпочтительно воздержаться от выполнения важных заданий. Вам удается добиваться успеха в делах, требующих аккуратности и внимания. А вот там, где нужен творческий подход, вы терпите неудачу. Личный гороскоп. Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей. Ваше здоровье, коммуникабельность, личное обаяние будут находиться на высоком уровне, что позволит справиться с любым делом и значительно продвинуться на пути к намеченной цели. Во второй половине дня у близкого человека могут возникнуть проблемы со здоровьем, к счастью, не очень серьезные. В понедельник скорпионам придется посвятить значительную часть дня решению чужих проблем. Нельзя сказать, что вы беретесь за это с каким-то особенным энтузиазмом, но старайтесь добиться наилучших результатов и не бросайте начатое на полпути. Возможны встречи с людьми, которые вскоре окажутся полезными, но произвести благоприятное впечатление на знакомых будет нелегко. С близкими стоит поделиться новыми идеями и планами на будущее. Вы получите хорошие советы. Вечер – подходящее время для отдыха в кругу семьи. Вы приятно проведете время. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Сегодня скорпионы могут пережить серьезные перемены в семейной или профессиональной среде. Строить сегодня серьезные и долговременные планы бессмысленно, так как ситуация способна измениться в любой момент. Все конфликты с начальством или близкими людьми лучше купировать на корню. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Эмоции у Скорпиона сегодня будут явно зашкаливать. Осторожность в общении с коллегами не помешает, а вот на дороге необходимо быть особенно внимательным. Гороскоп предсказывает трудности в личном бизнесе и финансовые убытки. В личной жизни Скорпиона тишь да гладь, что создаст приятную атмосферу дома и поможет оптимистично взглянуть в будущее. Гороскоп «Дом» на сегодня. Придет поддержка от друзей. Вы устремлены в будущее, на горизонте новые планы. Избегайте выяснения отношений с партнерами, любимыми, членами своей семьи, чтобы не разрушить свое счастье. Можно делать покупки, в том числе крупные, заключать выгодные сделки. Стоит сосредоточиться на начинаниях, позволяющих достичь реальных практических результатов. Именно для таких дел день подходит лучше всего. Личный гороскоп. Противоречивый день. Не исключено, что появление на вашем пути небольших трудностей подтолкнет вас к рискованным и даже коварным действиям. Рекомендуется вовремя остановиться, не поддаваться гневу и агрессии. Вам поможет дипломатия и тактичность, хотя это вам не свойственно. В лучшем случае вторая половина дня обещает удачное решение всех проблем. Возможно, деловая поездка, результатами которой вы будете довольны. Понедельник для Стрельца – благоприятный день для начала новых дел. Вы знаете, чего хотите добиться, и неизменно находите подходящий момент, чтобы проявить инициативу, поделиться идеями, привлечь новых союзников. Целеустремленность, свойственная вам, позволяет преодолевать многие преграды. Однако порой вы тратите силы совершенно напрасно. Помните, если дело не ладится, иногда лучше отступить или переключиться на что-то другое. Удастся помочь людям, которые вам дороги, решить какие-то проблемы, важные для всей семьи. Вечер стоит провести с любимым человеком. Любовный гороскоп на сегодня для Стрельцов. Стрельцам сегодня не стоит мыслить привычными штампами и стереотипами, так как предугадать мысли, поступки и намерения окружающих людей будет просто невозможно. Звезды предупреждают о возможных проблемах со здоровьем. Избегайте покупок и путешествий.
Гороскоп «Жизнь» знак зодиака «Стрелец». Стрельцу нужно помнить, что дети – это отражение своих родителей. Если вы будете слишком критичны и придирчивы к своим чадам, то вряд ли добьетесь расположения с их стороны. Успех сегодня ожидается в творческой сфере, но для достижения его Стрельцу потребуется немало сил, времени и связей с влиятельными людьми. Хотя путь к известности и не бывает легким. Гороскоп «Дом» на сегодня. В судьбе Стрельцов наступило время больших перемен, когда их прошлые связи, обязательства и кармические долги будут серьезным образом реформированы и преобразованы. Единственное, что может ограничить вас завтра, это ваши сомнения сегодня. Двигайтесь вперед с верой в себя. Личный гороскоп. Остерегайтесь происков тайных недоброжелателей. Потакание собственным слабостям или нежелание противостоять чужому влиянию может обидеть благожелательно настроенных к вам людей. Больше доверяйте здравому смыслу и интуиции. Сон обычно счастливый и исполнится. В понедельник у Козерога могут возникнуть трудности, которые не напугают вас и не оставят отказаться от задуманного. Вы добьетесь успехов, вероятно, не так быстро, как ожидали, но все же будете вполне довольны тем, как складываются события. Удается быстро находить общий язык с людьми, причем даже с теми, с кем вы прежде спорили. И личные, и профессиональные разногласия остаются в прошлом. Подходящий день для домашних забот. Сегодня они не кажутся вам неутомительными. Не скучными, а близкие охотно помогают. Можно делать небольшие покупки. Любовный гороскоп на сегодня для козерогов. В этот день козероги будут как никогда дружелюбны, добродушны и приветливы. Однако окружающий мир сегодня вряд ли ответит им взаимностью. Возможны перебои с электричеством, а также небольшие финансовые трудности. Появляются интересные идеи, и вам не терпится реализовать их. Возможен непростой разговор с любимым человеком. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Гороскоп рекомендует Козерогу все силы бросить на улаживание отношений с любимым человеком. Иначе расставания вам не избежать. В плане делового сотрудничества Козерогу стоит выбирать только проверенных и надежных компаньонов. Финансовое положение оставляет желать лучшего, поэтому следует подумать о других источниках дохода. Гороскоп «Дом» на сегодня. День отмечен притоком денежных средств. Козерогам захочется переделать свое жилище. Многое будет зависеть от их финансового состояния. Несмотря на то, что вы с трудом откладывали деньги на черный день, не жалейте их для улучшения качества своей жизни. Личный гороскоп. Серьезные помехи в работе, козни недоброжелателей или собственные ошибки затруднят продвижение к цели. В любовных отношениях намечается некоторый подъем, однако неожиданное известие заставит на некоторое время забыть о любовных приключениях. Остерегайтесь травмы из-за беспечности. В понедельник у водолеев день сложится удачно, если вы будете настойчивы, проявите твердость и постараетесь воплотить задуманное в жизнь, даже если обстоятельства будут складываться, на первый взгляд, неблагоприятным образом. Будет возможность успешно завершить дела, начатые раньше, исправить допущенные прежде ошибки или сделать то, что вы давно собирались. Можно браться за какие-то масштабные дела, но только если вы уверены в поддержке союзников. В одиночку реализовать задуманное будет очень трудно. Не исключены романтические увлечения на работе. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Водолеев сегодня ожидает огромное разочарование в людях, которых они какое-то время считали своим идеалом и образцом для подражания. Впрочем, вы можете утешить себя тем, что в наше время трудно незыблемо следовать своим принципам, а потому не всегда удается поступить в полном соответствии со своими взглядами. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Сегодня Водолей придет в ужас от того, сколько работы ему предстоит выполнить. Вы сами виноваты в том, что откладывали ее на будущее. В отношениях с избранником Водолею не стоит гнуть свою линию, иначе обычная ссора разразится в грандиозный скандал. День подходит для благотворительных акций и рекламных кампаний, а также для важных деловых встреч. Гороскоп «Дом» на сегодня. Многим сегодня повезет и в мелочах, и в серьезных делах. В личной жизни, скорее всего, произойдут добрые перемены.
вы должны сделать все для того, чтобы ваш избранник произвел приятное впечатление на членов вашей семьи и сумел найти общий язык с вашими друзьями. Личный гороскоп. Противоречивый, двойственный день. Сегодня вы сможете стать хозяином положения или наоборот, вас подчинят ваши партнеры или родственники. Это будет зависеть от того, как быстро вы сумеете принять нужное решение. Притворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал вам. Понедельник для рыб – очень благоприятный день для общения. Будет возможность повидаться с теми, кто вам дорог, наладить отношения, которые в последнее время складывались не лучшим образом. Вы быстро находите общий язык с окружающими и легко завязываете знакомства. Не исключены романтические увлечения. В работе едва ли удастся добиться серьезного прогресса, но с текущими делами вы справитесь. Можно обсуждать с потенциальными партнерами перспективы сотрудничества. Есть шанс получить интересные предложения. Подходит день и для того, чтобы начать поиски новой работы. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Для рыб этот день будет одним из самых тяжелых и неприятных за весь месяц. Какие бы планы на сегодня вы ни строили, можете быть твердо уверены в том, что они исполнятся с точностью да наоборот. Череда неудач может повергнуть вас в уныние, но воспоминания о своих успехах способны заставить рыб воспрянуть духом. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака рыбы. Сегодня рыбы половину дня будут находиться в романтичном и мечтательном настроении. В реальность вас сможет вернуть начальник, который будет крайне недоволен ошибками в работе. Гороскоп рекомендует рыбам всерьез подумать о своем здоровье и заняться укреплением иммунитета. Иначе осенью вы точно не убежите от простуды. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня у многих рыб возникнет ощущение, что они заказали своей золотой рыбке исполнение желаний, потому что могут сбыться их самые заветные мечты и воплотиться в жизнь многие идеи. Вы можете изменить свою судьбу, стать ее хозяином, если решитесь быть оригинальным, подчинитесь неожиданному импульсу, который создаст для вас реальность. Личный гороскоп. Этот день планеты рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. В результате будет постепенно возрастать уверенность в собственные силы и надежда на удачу. Сегодня также возможно ухудшение отношений с родственниками, которые вас в очередной раз не поймут. Не изменяйте своим убеждениям и не идите на сделку с совестью. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам настроения и до новых встреч!